Всем привет, друзья! Здравствуйте, мои дорогие! Вы на семейном канале. Денечек, что вам сказать? На каком вы канале? Сегодня у нас очередное развивающее видео. И в этот раз еще не просто развивающее, а полезное. Мы на праздник 8 марта, на женский день, будем делать аппликацию в виде открытки. У нас есть заготовочка. Вот такой вот цветочек. Сейчас мы этот цветочек вырежем большой формат из бумаги и наклеим на формат А4. И сделаем красивую открытку для любимой бабушки. А потом еще можем выучить стихотворение для бабули. Да, День, мы с тобой подготовимся к 8 марта? Я бабулечку родную очень крепко поцелую. Ведь бабулечка моя очень-очень какая добрая. И это стихотворение бабушке расскажем, когда будем вручать эту замечательную открытку. А помогут нам кто? Кеша и Тучка. День, Кеша и Тучка нам будут помогать? Вот они, Кеша и Тучка. А кто у нас мастер на все руки? Кеша? Кеша. Наверное, Кеша будет помогать. Хорошо. Все очень просто. Нам для того, чтобы сделать аппликацию, понадобится клей ПВА. Нам понадобится кисточка, чтобы намазать листок. И наш цветочек. Денюш, смотри, у нас будет подсолнух. Значит, у нас есть... Это что такое подсолнух? Как это называется? Солнышко. То есть это у нас сам цветочек. У нас есть стебелечек, стебель и листья подсолнуха. Мы сейчас все это приклеим. Листья. Сколько их штучек? Две. Давай бабушке с Кешей приятный подарок будем делать. Бери кисточку. Сейчас будем наносить клей. И подсолнух это клеит на формат А4. Ну что, День, давай. Бери клей ПВА вместе с Кешей. Значит, Кеша наносит. А ты размазывай. Вот так вот хорошенечко размазывай. Мы знаешь, что с тобой тренируем? Мелкую моторику. Ты размазывай, размазывай. Этого мало клея. Мы с тобой должны стебелечек наклеить. А что мы еще с тобой должны наклеить? Солнышко, как ты сказал? Это на самом деле что? Это сам подсолнух, да? Подсолнух. Вот, стебелечек клей. Ну-ка давай сам. Прижми хорошенечко. Так. И сверху прижми. Он как Кеша делает, видишь? Пальчиком проводи и прижимай. Два листока, они зеленые. Давай вот так вот пальчиком проводи и прижимай. Вот, молодец. Так, стебель готов у нас, правильно? Теперь мы должны намазать клеем площадку под что? Под сам цветочек еще. Побольше клея, не жалейте. Денюш, давай ты намажешь клеем. Это зеленые. Держи клей. Намазывай сверху над стеблем. Дави. Отлично. Отлично. Вот, достаточно. Сейчас Кеша размажет. Так, доски. Кеша размажет. Доски, так, доски. Так. На доски. Смотри, смотри внимательно. Доски. Смотри, Кеша размазал. Там доски две будут. Точки, хорошо. Сейчас ты вот это солнышко, наш подсолнух, будешь приклеивать над стеблем. Давай. И клей его сверху, стебелечка. Давай. Нет, другой стороной. Так. Вот так вот. Чтобы видно было, что это солнышко. Давай, помогай. Помогай маме и Кеше, День. Приклеивай. Нет, сверху приклеивай, День. Взял в ручку, приклеивай. Так, хорошо. Прижимай теперь. Прижимай. Отлично. Подержи чуть-чуть, подержи. Вот здесь разотри вот так вот. Хорошо. Так. Основа готова. А еще что мы забыли приклеить, День? Что мы еще забыли приклеить? Два листока. Правильно, у нас есть. Помнишь с тобой шпаргалочка, как приклеивать надо? Я сейчас всем покажу. Листочки вниз должны быть у подсолнуха направлены. Вот вам кладу на стол, чтобы вы не забыли. Так, Кеша намазывает. День, приклеивай. Листочком вниз. Денюш, приклеивай листик вниз. Бери, прижимай. Отлично. Молодцы. Прижать теперь надо и растереть. Вот. Подержи чуть-чуть. Сейчас клей возьмет бумажку нашу, да? Супер. День, ну что, у нас готов? Готов. Готов наш подсолнух. Открыточка к 8 марта.
вот Дениска будет дарить бабушке. И может еще, например, какое-нибудь стихотворение прочитать. Например, такое. Солнце светит за окном, снега стало меньше. Поздравляем женским днем всех любимых женщин. Маму, бабушку, подружек, всех соседок и старушек, теть, сестер, учителей. Потому что с ними лучше и теплей. И давай похлопаем. Всех женщин поздравим с 8 марта, пожелаем им здоровья и красоты. Ну а с вами был канал Baby Go. Мы снимаем очередной развивающий ролик. Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте полезные комментарии. До новых встреч, друзья. Пока-пока. И Кеша, и Тучка. Давай, Кеша и Тучка тоже прощаются с женщиной и поздравляют с 8 марта. И ты, а Диня? И Диня.